Турон, я поняла. Чш, пожалуйста, тихо. Все хорошо. Пляж, иди ко мне. Что за грабли вместо сутки? Что ты хочешь? Вместо струна. Да, запускай, сейчас я попробую добежать. О, завтра школа. Запускай. Сургут, сургут. Марго, ты тут сейчас будешь? Да. Или, вот, или трешь на нас? Нет, я одна в себе. У меня все. Все, извини за панику. Отлично. Ну, я только за. Снова посмотри в аддонах, в настройках и ПВП лутмастер, слушать входящие обновления. Ой, ребят, смотри, сейчас гильдию поднимем. Одни придут, вторые придут. Запустили трэш, нет? Так, я в ДД спекаюсь, да? Подожди, у нас... Да, можешь спекаться. Брейк, танка нет, не все здесь. Мы сумоним... Тём, чё за грабли, во-первых? Запусти. А, ну ясно. Петрович, сможет убежать, не сможет ходить. Ну, смогу, успеет он переодеться. Петрович, вроде бы переоделся. Чё за грабли не успел? Да, чё за грабли, потому что кто-то запустил уже. Деревяшек! Вот там царапалка. Не диван. Риста обновитель. Рекорд, что ли? А, тут рекорд. Бегут, бегут. 300 бак. Да, пожалуйста, спасибо. В смысле, бегут, бегут, а не перекур. Ну, там пишут, якобы курите. Потому что еще за грабли не успели сумануть. Кто-то запустил трэш, поэтому он идет курить, а вы бьете трэш. Я не склонюсь ни перед кем. А можно нам тоже? Ты пьешь трэш. Я не бью, ну, я дерево. Бьёшь. Мне законом запрещено. Господи, Петро тут залагал, блин. Кто залагал? Ну, трал, орёт такой. А что, орёт? Мы же тоже обсуждали, а вдруг кто из вас орёт? Да, мы думали, что штурман, оказывается, трал. Да, в прошлый раз штурман орал. Это все из-за вашего кольца этого. Бой долго кричит, вот он и орёт. А, я уже не смогу бою перейти. А я еще не. Да, не надо. Спокойся. Нет, Рован. Подожди, я его сейчас найду. Рован. Бегу назад. Милики со мной. Петарда Сиена со мной. Из танков кто? Вот Бист, пошли со мной. Почему, почему вот? Извини, пожалуйста, Войд Бист. Я хз, у меня в голове сидит Войд Бист и хер. Нападайте, но вы заплатите за это своими жизнями. Ну вот лови, короче, тут все, что шевелится. Как нас мало осталось.
Баттерфляй, иди, пожалуйста, к РДДшникам. Я боюсь, они сейчас утопнут там все. Или ты некромантов. Спыл. Одна там наверху, надо поймать. Смолейн, дай по ней. КД. Потом дашь. Всегда на этом паке оставляйте свой смартфон для вот этих вот застрявших. Мне здесь плохо. А куда это тут? Все сюда. Убейте там эту залетную и сюда потом. А на нее, кстати, Starfall не надо. Там ханты вроде могут тоже что-то делать. А тут на кусте достают. Ося, ничего, что ты к нему спиной сидишь? Ты можешь лицом повернуться хотя бы? Ты свинья, не кошка. Посмотри на него. Смотри, как он перед тобой лег красивый. Скотина. Смотри, как он мурчит себе. Беляш, иди откуси носа. Жрить боли в приоритете. Что там дальше у вас? Инфернал, наверное, нет? Или это потом? Нет. А, у нас же Петрида, я не могу понять, почему он зависит. Сейчас, что у нас третий господ? Да? Ну, зашибись, сейчас бист на трэше будет сидеть на третьем пусть. Я надеюсь, он его не сможет. Можно вперед не идти, ребята, здесь нету... Жриц, поле убили все. Милики, следите, пожалуйста, сами за шипарами. А ну, есть вертушка, пойдите, диспел. Диспел. Еще. И еще. Жрите, добейте. Бежала. И добейте Якуба. Вот его не жалко, можете сосредоточиться. Где он? Где он? Не успели. Я только выделить хотел, стан дать, не получилось. Что это заранее, пожалуйста? Ну это же Якуб. Якуба можно всегда, даже во время боя. Я тебя малейно сюда таргетишь. Все сюда. Ты крыса. Ребята, пошли все вперед, прямо в начало спавна, чтобы быстрее их убить. А потом пойдем. Напоминаю, за мою голову 10к. Я тебя, конечно, такого не ожидал. Якуб всегда ждет ваших тычек, смотрите. Марко, ты же не заберешь? Да. Я одного заберу, а Петрейд может забрать еще что-нибудь. Я вот это просто заберу. Я пошел галерею. Это микрофон. А можно одну раз сразу? Пожалуйста. Слушай, ты хрустишь что-то? Ты хрустишь и пьешь? В прошлом рта орал, сейчас хрустит. Мы все слышим. Пошли к тралу, все. Дракон аккуратненько зерганули. Так, я... Если я говорю аккуратнее, не хочешь, чтобы аккуратнее? Да. Это значит не откинувшись, а аккуратнее.
Ну я еще на шамане здесь пол не разглядывал. Он не отличается от Хартовского пола. Слушай, в гильдию вступил Колис, очень знакомый ник. Рипер пригласил. Рипер, что за Колис? Просто рандомный чувак? Блин, дай бог памяти, кто это такой. Какой-то ясно. ДК, походу. Просто для тебя просто блин. Драконий лежит ребяшка. Нет, драконий ребяшка. Ну, блин, сейчас. Так, все, ребятушки, и Босик. Василечка. Да, что за грабли? Дайте телевизор, суманик, что за грабли все-таки. Боссу. Хорошо. Босс. Дальше. РДД. И второй РДД. Для начала так, Войт, смотри, твоя задача. Стоишь в квадрате вместе со всеми РТДшниками. Шкаф, шкаф. Дайте шкаф, суманить еще заправлю. По себе три фазы на боссе. Первая фаза. Стоишь в квадрате. Стоишь. Очень долго стоишь. В определенный момент полетят големы. Вокруг миликов и вокруг РТДшников будут такие большие-большие круги. Из них выбегают все, кроме тебя. Там будет три голема всего лишь. Ты берешь. Они, короче, рандомно падают. Там может в миле 3 упасть в РДД 0, может в миле 1 в РДД 2, там в РДД 3 в миле 0. Короче, неважно. Твоя задача, ты в квадрате должен танчить двоих. Одного я забираю и танчу там между двумя метками, его убьют. Потом я у тебя еще одного заберу, выведу его куда надо, его убьют. Ну и третьего уже будем у тебя бить. Ты просто стоишь в квадрате и держишь вот этих вот адов. Это вся твоя задача. Их никто не должен бить, поэтому, по идее, с агро у тебя не будет проблем. На второй фазе ты стоишь, нихера не делаешь. Если умеешь диспелить, ты можешь подиспелить, помочь ребятам. На третьей фазе ты стоишь в этом же квадратике и собираешь весь трэш. Големы будут падать по одному. Так как весь рейд будет практически всю фазу стоять в черепе, то огромная вероятность, что они будут не в тебя лететь, естественно, а во весь рейд. Поэтому просто появился ад в милизоне, дай ему секунду три, потому что они когда падают, они появляются, потом тупят. Ты можешь просто просрать таунт, ты дашь, а они нихера еще не делают. То есть он упал, 2-3 секунды они расступились, нажимаешь таунт, он к тебе и стоишь, что тупо их собираешь, лапками своими размахиваешь и держишь. Их никто не бьет, ты их просто собираешь. Вот и все. Это твоя задача на этот бой. На пулы босса, на электробуса. Электробус. На второй фазе я буду с тобой. Как с вами второй бегает? Я с тобой, люблю на второй фазе. Какой-то забыл, у нас еще два новеньких. Дальше. Это я с танком разобралась. Подожди. Дальше. Агапа и Хруст. Вы как РДДшники начинаете все в квадрате. Вот сидим, я череп. Мы бьем в квадрате босса. Когда я начинаю отчет, там 5, 4, 3, 2, 1, вы готовитесь перебегать в печень. Печенька вон там стоит далеко. Вот ваши локовские порталы, ребята, могут вас не спасти, потому что прямо перед перебежкой босс кидает сало на 5 человек. И если это будете вы, то вы тупо не сможете порталоваться. Поэтому желательно учиться бегать ножками. Я говорю, там 3, 2, 1, побежали, и вы все ровненько бежите вот сюда, вот в печеньку. Печенька такая, она ориентировочная, главное выбежать из большого-большого круга, который упадет прямо в вас. Выбежали, стоите в печеньке, дальше долбите боссов. На второй фазе, я говорю, рассосались. Ваша задача, вот так вот рассосались. Вот здесь вот где-то. Желательно набрать, не желательно, надо набрать 6 метров между всеми. Когда я говорю, что мы убегаем, ваша задача, зашибись, но касты, а шарп, ты сбиваешь касту. Так что? А у нас ват есть. И бесов. Бесов, ты умеешь сбивать касты? Я сейчас попробую это.
Мы сбиваем через один. Влад, вся надежда на тебя и на шарпе, короче. Пофиг, как вы должны сбивать через один кастбосс? Я еще буду пробовать сбивать все касты. Нет, ты все не сойдешь, потому что на него КД. Сбивается только через один раз, я имею в виду, через один раз. Когда на нем два квадратика, каст не собьется. Когда квадратик один, на нем такой фиолетовый с дебафом, каст собьется. Так вот, ребята, на второй фазе мы просто стоим, держим рейндж между друг друга. Когда я говорю «бежим», вы должны... У вас полетит маленькая такая зелененькая кружочек, выйти из этого кружочка. Вы бежали, стоите, дальше бьете. Опять стоим, стоим, опять говорю «бежим», вы опять выбежали из этого кружочка. На третью фазу мы опять становимся все в квадрат, бьем босса. Когда я говорю «перебегаем», мы один разочек перебегаем. Сперва из войда, потом все становимся в мили-зон, просто под вейлом забиваем пляж. Сейчас, секунду. Петарда, фласка. Электробус, фласка. Спала, секунду. Лид взять не могу. Марго, можно тебя стрельнуть? КП или саппорт? Что тебе дать? Саппорт, саппорт. Тут же огни, охренеть, сколько. Так, посыл вам, у нас... Спасибо. У нас селтис, селтис огонь. Хорошо, посыл вам, у нас на первом селтис. Охера себе, все, один. А, у нас еще Бенкарач есть. Бенкарач, у тебя ж мастер ауру есть. Я увидела по фрейму, что ты включил микрофон, но ничего не услышала. Ну это было так, да? Все супер. Значит так, Селтис, ты берешь огонь первый, ты сдаешь на первом аде, мастер аур, и я сдаю массакру на первом аде. На втором аде Бойкарач забираешь сразу же огонь после первого ада. Бойкарач по команде при убийстве второго ада. Ты сдаешь мастер аур на огонь, петарда, ты сдаешь массакру. На третьем аде петарда, ты берешь огонь, сдаешь мастер аур, Азулис хомяк, Азулис для начала, Азулис готовишься поднять рейд на пул. Баттерфляй, ты можешь сдать купол, например, на третьего ада. На пулем я готов. Если раньше будет проседать, раньше могу поднимать, да? Да, да. Если что, у нас еще есть. Давай, Кирилл, поехали. Все в квадрат, встали на ТД. А, я ж не в квадрате. Там у вас медведь есть. Либо эту спутку уже поменял, господи, как не удел ее стакать. Зеркало не лайк. Подожди, стакай, стакай, Рибер, вон, смотри, вот он где-то там кажется. Марго, я стакаю, как мы были дракона с тех пор. Блин, ты хотя бы начинай стакать, сколько он стакается? Ну, давай ты стакал. Начинаю РЧ, тогда начинай стакать. Ты сам говорю, у нас новенький, надо что-то рассказать. Выбил себе каблотри, выкинь ее нахрен. Не-не, что-то он выгонул. Что еще? Нож его чуть-чуть. Да, спасибо. Мельки, диспел. Диспел. У кого? Перепешка, 10 секунд. Все стоят ровно в квадрате. И бежим только по команде, ни в коем случае не раньше. 5, 4, 3, 2, 1. Побежали. Мирики, можно просто дойти вправее чуть-чуть. Ну, конечно, пернуть. Так, это мой один. Стоп, не попробуй. Убейте оба. Забери с меня. Босса не бейте. Полностью. Да, того, который без метки, который побольше хп. Все. Готовимся и вы.
Ой, короче, возьми, пожалуйста, огонь. Штурман, тебя слышно. Ой, короче, огонь, петарда, готовься сдаваться. Сейв. Совращим убить. Бутерфляй. Это кто-то с маной взорвал, я забыла сказать. А нет, нихера. Ну, не убили. Инфернальная десятная. Это боссы перевели. Да. Боссы перевели. Потому что далеко вроде от ада был. Кто бил боссы? Его просто били. Ну, его просто заклеивали просто морды. Понимаешь? Нихера себе у вас кливы, ребята. И клювы. Вы как-то... А я вам заходим. Да хера у вас долго длит. По дистанции кливы. Не юзайте свои ауешки, блин, бейте точечно адов. Не хватило... Никуда бежите, не в ту сторону. А если, кстати, Марго, а если было сдать и можно без мобов нет, перевести? Не, они по-любому будут. Мы уже проверяли, не надо. Ну, хотя, Марго, сейчас можно трейнуть. Сейчас можно, да. Сколько сейчас, общий? Сейчас ДПС отсмотрю. А, ребят, напомните, пожалуйста, как посмотреть общий. 1150 у нас, ну, я имею в виду 150. Тройки открываешь, там у тебя будут полосы. Если заргануть хотите, тогда нужно пойти дальше. Открыл, не открыл. Полосы общие. Не там где-нибудь перевести на базу? Полосы дополнительные. Я поняла. Нужно туда за вышки, за ворота идти и вот там ловить. Там полоса итога, надпись под ней, короче, значок, цвет, включить и только в группе. Вот галочку вот включить. Сюда. У нас хватит ДПС. Рыбку не поставили. Марго, я лично думаю, что у нас хватит ДПС. Более еще. Тогда фишка в чем? Мы сейчас рыбу стоит на дороге. Смотрите. Хорошая фишка, дайте рыбу. Вот стоит, я же сказала, на дороге шли рыба. Мы должны выйти за ворота. Поймаешь его там, мы сдаем Бэйл, зергаем босса. Затем начинается вторая фаза. Мы кайтим его, получается, просто в эту сторону. Каждый раз при падении мы перебегаем сюда. РДД разливает свою дерьмо вон там, за боссом. Это вот как на четвертом боссе огонь за боссом. Также вы будете разливать эти лужи за боссом там, подальше. В итоге там, наверное, три штуки будет. Где-то три падения. Как раз за три падения мы разложим все говно там и перебежим обратно к черепу. Марго, будем зерпить? Да, я же говорю. Сейчас Сиена покажу, подожди, ты пожри, и мы пойдем на ту сторону. Я вам покажу все там. Мы сейчас разочек попробуем и посмотрим, приступ. Что с ДПСом и насколько нам хватит. Бейла. Сейчас все бурсты прожимайте под Бейл. Если мы переведем босса заодно до падения, будет хорошо. А чего вы туда побежали? Мы начинаем там, чтобы не терять время. Только что рассказала. Ты а траву же не дает бонусы. Теперь. Да нахера нам бонусы? И хрен с ними. Он тебе не это самое. Хорошо, бонус. Давайте попробуем так. А я объясняю еще раз. Поставил на себя череп. Сейчас выходит босс. Кирилл ловит босса прямо тут. Сдаем Бэйл. Вы можете стоять вообще по фигуле где, ребята. Ну, главное сдаем только Бэйл. В этом дисплее. Чтобы я буду диспорить. Если страшно будет, я буду помогать. У нас, не знаю, паладин, если можете диспорить. Сдаем БЛ, вот буквально босс добежит, сразу БЛ. Все бурсты, все под БЛ, все в боссом. Начинается вторая фаза. Если вдруг все хорошо пойдет, начнется вторая фаза без адов. На второй фазе, вот если Кирилл стоит здесь, где я череп, вы становитесь за Кириллом. Как мне, вот то есть, где Кирилл вообще? Ты где вообще? О, печенька стоит с боссом, например. Смотрите. Вы становитесь за Кириллом. Танчим босса. Это вторая фаза. Когда я говорю, перебежали, Кирилл бежит в сторону трала, вы бежите за ним, из зеленого говна выходите. Тут будет все пустое, поэтому зеленое говно, выбежали вперед. Зеленое говно, пробежали вперед. Марго, да. Извини, перебил. Я его повернул спиной к рейду, чтобы он сейчас стоял. То есть я вот так буду стоять.
Окей, тогда веселее станьте просто вот тут, вот где мы, вот здесь, вот на травке. Ты метку можешь поставить. Вот, вот, рейд, вот, в луну встаньте все, Кирилл, ты можешь его спиной к нам, там, мордик к скале повернуть. Если ты будешь стоять вот тут, например, да, вот, вот так вот. Вот смотри, вот так вот, ты стоишь так, ну, босс, соответственно, стоит лицом, морд, спиной. Вот так, вот так, да. А на второй фазе ты просто побежишь вон туда. Мы с тобой меняться будем. Вон, короче, в сторону трала. Ну зачем туда? Ну тут говно, говном зальется все. Нафига нам на третьей фазе тут стоять? А на третьей фазе, ребята, просто встаньте все в Якуба. Где у нас Якуб? Неважно, где будет Якуб. Встаньте в Якуба все. И один разочек выбегите из войды под... Сперва из войды, а потом просто под босса. Срать, где стоит босс. Просто под... Учтите, трал не дает скорости больше, поэтому с перебежками нужно повнимательнее. Давайте попробуем первую фазу. Что-то мне кажется, что... Что нет. Арго, беги, запускай, я сейчас умру. Сейчас. Так, все, все готовы, ребята. Я сейчас буду запускать. Как раз приму свободу. Сургут, дай ногу, пожалуйста. Все, запуска... Запустила. А я что делаю? Я ни хрена, я просто не спорю. Бежит. Войд, короче, мы с тобой ни хера не делаем. Стоим тут. Где? Ребята, если не больше. 10 секунд не успеваю. А у меня тренер по себе. 5 секунд и еще 5%. Ни хера не успеваете даже по ПМ. Вы можете не выбежать. Просто ложитесь, пожалуйста. Давайте начнем, как обычно, ни хера не успеваете. Не хватило буквально. Хотя ДПС 1162. Вроде до хера, но... Скорость кастера влияет. Процентов не хватило. Ну, если бы там его били, может быть, перевели бы. Нет. Там, понимаешь, в чем фишка? А туда он долго бежит и теряется время. Теряется время. Ага. Поэтому тут... Такое себе, короче. Там Саша пришла. Да, я вижу. Кстати, по-хорошему было вот... У нас есть лишние танки, да, грубо говоря. Если их в ДД, в принципе, это переводится. Вот тебе и дополнительный ДПС. Как это лишние танки? Или в три только и можно? Если брать два танка здесь, хила можно брать. Ну да. Хила тоже дофига. А, ну да, если мы переводим, то нам трэш не нужен, да, типа... Ну, нет, да. На, пятый, на третьей фазе трэш есть, но там и танк, в принципе, особо не нужен. Да. Поэтому... Я же за что и говорил. Мы можем попробовать. Ну, нам просто чего, чтобы был рейд реально нормальный, типа там Тернового Дейка, Байкарач, побольше давали. Либо мы запьем и сделаем все как обычно. Нет, не второй еще заграбли, третьего убрать. Тут три.
Дело не во втором. И еда... А сейчас хруст дамажил? Нет. Нет. Я вообще не вижу, о чем дело. Сейчас било 16 человек. Один кто-нибудь. Сейчас я скину. Уже. Все, скинулись. Как всегда. У нас просто один человек вообще ничего не вносил. Я вижу. Ну вот его и не хватило. Ладно, хватит эксперимента. Давайте по старинке. Хруст, а где ДПС? Да это не эксперимент, а реально факт. Мы можем это сделать. Да подождите, дайте это самое... Ответ найти. На 19-м месте петарда это хил. Хруст, где ДПС на этом трае? Да я сам что-то не вижу. Просто влепил. Он, может, вылетел? Может, его не было? Знаем, что я. Для такого не может быть, даже если ты хотя бы... Не, но он умер. Все равно должно быть что-то. Ну-ка, пошли еще раз попробуем. Сейчас, если будет ДПС от хруста, то все нормально. Пошли. Так он ответил раз. Хоть, нет? Да, он же сказал, что он сам... Это шел. Не он был. Это был... Вон он! Это был он. А все хорошо. Подождите, давайте еще раз. Может, Азулис ОДД? Все в луне. Спек не Азулис ОДД. Азулис, иди в Савень. Куда? Без шанс, вообще только босса бьем, никаких чучел не будет прибегать, правильно? Не-не-не, сейчас будем только босса бить. Понял. А на третьей фазе с адами как был? Я их подержу. А, отводить будешь? Ну, естественно. Ой, главное выжить. Хотя с таким ДПСом должны быстро убить, потому что на 15-м стаке уже больно. Нормально. А припот тут как выпить? Кто-нибудь подскажет? Перед боем. Вот как запустили, так и пить. Марко, нет, он... а может еще поближе туда перебежать, не? Чтоб он вообще мало ходил. Да, он от разлома идет. Там рыба. Вот отсюда ловите. Вот нате вам луну другую. Идите все в луну. Дайте шкаф и сумманем Марго пусть запускает. Да. Давайте на мужика. Тималейн мана. Смотри. Void Beast. Ты что сейчас? А, ну да, ты у нас в этом. Не поели. Как нету еды. Я ж садился. Давайте уже начнем. У меня есть еда. Он в 57 минут. Хорошо, есть, молодец. Все, все готовы, ребята. Я запускаю, принимаю сумму. Без ДПС. Вот боевые. Все пусты. Так, аккуратно, аккуратно. Снова не влетай, погоди. На пуль сдали, сдали. Все, всем пусты. Да. Понял, дайте. Установим. Вот, хруст, вот это дело. Есть.
секунд. 1%. Ну, сука, перевели. Рассосались все, 6 метров между собой. Будет сбить сейчас? Да, сейчас собьют. 6 метров между собой все набрали. Пожалуйста. Ребята, не стойте со стороны. Воротом ведем. Забирай. Сбил. Следующий не собьют. Готовьтесь выбегать из маленьких зеленых войдов. Майки, пожалуйста, переведите. Скажите людей. Побежали. Продолжаем. Сейчас все засрем, ну и хер с ним. Потом просто какой-то перекос. Мы никуда уже везти не будем. Все, здесь уберемся. Забирай. Ну, он как бы на тебе, но на мне. А, ну, на тебе, нормально. Сейчас, сейчас мы не бежим. 3, 2, 1, выбежит. Скоро вторая фаза. Надо выводить из Слушай, горна, выбежит к тому месту, где он, куда он вышел. Я боюсь, там люди стоят. Все, вторая. Тималейн, рейс не вкусим. Все, стойте, никто не... Перестаньте все в трусы. Я вот тут без Геры тяжело. Блин, ну, хомяк, ну что ты там вот добегался? Ребята, здесь под мордой бегать никто не случится. Сейчас будет... Расим, дай вас сам. Вышли из одной войны. Вышли из этой зоны просто, пожалуйста, я заберу его. Блин, не морда. Поднимите босса, блин. Морда у него в скалу смотрит. РДД под босса. Встаньте все под босса. Сейчас еще один будет. Держите, пожалуйста, Кирилла. Там, на кого-то понял. Я его хер заберу оттуда. Сейчас он кому-нибудь побежит. На пол, я, может быть, его... Он там стоит. Или не стоит, я встаю. Ладно, на мне, Держите копыта. Ним, не бегаем, стоим. Ребята, просто не бегайте, дайте. Просто ППС. Там, все-таки, что-то. 6%, давайте. Или там сейчас будет еще бой. Ну, он что-то не криванули. Здесь спелте. Стоим все, просто пьем босс. Ну да, неплохая, что так стал все. Да? Вполне неплохая, только вот надо... Ну, отработать надо. Да. А, здесь тяжело... Да, что за грабли верю. Здесь тяжело бегать, потому что дыхе места вообще мало. И надо делать так, чтобы рейд не стоял в сторону выхода. То есть, вот здесь, по идее, мы должны бежать... Есть туда. Предложение. Вон, видишь деревья? Вот его туда, к деревьям, поймать, поставить. А здесь место куча просто. Марго, короче, я вообще думаю, что да, поставить к деревьям, рейд становится в то место, где он выходит и двигается по полукругу, ну, на этих перебежках, когда это говно падает. Просто по полукругу, и все. И мы в конце перейдем и станем уже в одно место и будем стоять уже до конца, и все, в принципе. Но тактика рабочая. Но нужен сильный рейд. И в идеале вообще 2 танка можно брать. Один на 8, второй на... Хотя ачивочки полутали. Да, просто пароль. Если вам надо, вы нажимаете main. А я ачивки смотрю на дроне роллы и все. 98 Азулис. А какие ачивки там? Ну, тут есть ачивка за то, что перевели. При том, что следующего босса точно так же зергают вот здесь вот. Так детонация манны это, невзрываемый. А это другое, там есть ачивка без големов. Ты имеешь в виду до тотемов его здесь зергут? Тотемы же там появляются. Да, я с пугами ходил, они вообще его позерганули нахрен. Они не спасали. Я кажется, до первого тотема так мало времени. 50% фазы. Как это сейчас говорил вам точно так же. Марго? Да, ладно. В дерево? Да. Солнце. Новинок на сегодня хватит, да?
Там точно так же они дают БЛ, там метка вешается, они сливают сразу же моба, жертву там уже либо БЛят, подожди, а тотем, либо плюют в него. Не будет босса? Нет. Так а как они тотем переживают, я не могу понять. Я хрен знает. Тотемы появляются там, на той площадке. Мы его там вот тупо стали, он говорит, отдайте БЛ, блядь, отдали БЛ, и как там его убили. Я вот не верю в ваши сказки. Мне не катит тактика как-то. Мне надо знать, как конкретно. Так не работает, как-то убили. Как-то убили. Пошли в тотемы бегать. Вторая фаза начинается на 67%. Может, давай трэш сначала убьем? 120. А, точно, трэш. Марго, здесь не было перерыва. Думаю, и так. Давай после трэша. У меня как раз фласка осталась 20 минут. Давай после трэша. Я поняла, шарпи тебя. 60. Сколько у него хп? Мне просто надо посчитать, сколько надо ДПС, чтобы перевести без тотема. Потому что первая попробую, мы его знаем. Секунд 20 шарпи. Ну, мне так кажется. Ты охренеть без тотема. Зургут, подожди. Так вот я про то же. А без тотема мы сдохнем 100%, там ваншот. Никакие массакры вас не спасут. Все здесь? Да. И тут? Все здесь, пошли. Первый трэш тут. Это нужно не выносить огонь, а просто тупо дамажить. Это если все умеют стоять на одном месте и не бегать. Да, пошутила, да. Я уже на босса стала. Мысли на босса. Я тут тоже бегаю с радостью. Я забыл. Да, оказывается, тут еще трэш есть. На самом деле прикольно. А, кстати, это... Может кто-нибудь скинуть сбитие костов по боссу сейчас? Может, что босс был? Шарп, ты для начала, может быть, спроси, кто-нибудь хочет его, чтобы ты зря не заходил. Отлично, значит, работает, все гуд. Хорошо. Паладин, разбойник, шаман. Паладин, разбойник, шаман. Ну, у шаманов у всех Т6 есть. Паладинов. Ой, короче, у тебя есть Т6, нет? У него вон только шапка брасера. Голова там. Шапка, ему нужен браслет. Ну вот, видишь, шапка уже как минимум браслет. Ты пойду. В прошлый раз забрал голову. В смысле? Ребенчи, вы видите паладина. Шарп, ты что, где твоя душнила? Убили на первом убили. Вот первый убили. Бесов, может быть, еще пару боссов ты как раз получаешь. Ну да, я за своего. У меня, правда, фласки 18 минут осталось. Да, темно. После пыха потом взялись сразу. Через пыль я попал в звезду. Вот так вот. Или данного. Ребята, по идее, вы когда приходите в гильдию, вам говорят, что мы взялись в поход. Мы в льду даже. Это вот благодаря зубу, что вы приходите. Поэтому, если вас не устраивает, что вы здесь не полутаете, скорее всего, Т5-2, то, ребят, вам не выдадут. У нас немножко другие уже приоритеты, мы не хотим возвращаться к своей зависимости.
Давайте сведем, может быть. Ребят, вы можете всех ближе к танкам сбежаться? Нет, там больно. Жить. Void Beast. Прибереги Берсу для следующей волны. Для пятой. Не сейчас, не которая будет? Сейчас не надо, это заливается. Следующая волна, адская. На пятой надо будет, да, четвертый еще как-нибудь. Ребята, готовьтесь прятаться за забор, пожалуйста. Будет два взрыва, и на следующей волне будет два взрыва. Расим, я сдам сакру на этой волне. А перед пулом, Трэша, кинь лужу в рейд, вот где стоишь. Ребята, некромантов сперва, только потом все остальное. Сперва только некромантов. Некромантов убили. Гадость вернули, некромантов убили. Страж пошел в рейд. Не надо вот так делать. Спел. Без спел нет. Сейчас будет два взрыва сразу. Готовьтесь прятаться. Надо, чтобы хоть кто-нибудь выжил. Сразу два взрыва. Первый пошел. И второй пошел. А, нет, я пошутила. Вот сейчас второй. Давай, уже сдохни, блин. Ну добейте ему столько, я не могу добить, я говнотанк. Давай, убивай. Ну, сейчас ляжем. Я очкую, за тотем прячутся, блин, я даже отхилить не могу, ни тебя, никого. Масрез, давайте сразу по людям. Что за халява на X5? Там зеркало сейчас, 100% дроп. Супер. Серьезно? В смысле, два? Под зеркало падает? Там в луте его вообще не было, и они сейчас им халяву сделали. Оно будет 100% падать теперь. Это пока... серьезно сейчас? Да. Одно это на X5. Может немножко X2 зацепить. Давайте, блин, X2. Пошли. Вперед, вперед, дальше. Некромантов убили быстренько. Некроманты, потом жрите. Дайте БЛ. БЛ. Некроманты, потом жрите, азулисты, это не то, что я писал. Выйдите, сюда все. Да, зарали. Так потому что вы встали, у кучу трупов. Ясно, близко. Вас сожрали. Наплодили говнище. Да нет, в принципе, нормально. Быстренько встали, прибежали. Откиньтесь. Я тут сними. Они это устраивают. Все, встали, прибежали. Направо все бегут. Да выкачай штырепу. Нам бы закрыть. Закрывать? В чем проблема? Не саботируйте. На лампе еще раз. Все, так иначе. Ну, давно все удачи тебе. Завтра встань. Нет, впервые за 17 лет не отмечаю 1 сентября. Почему? Ну, потому что я закончил учиться. Ничего, буду дитить еще раз. Тут все стоим возле трала и тушим рыбу. Турман, сколько ты погас? Что? 23. А, так еще молодой пищевой. Только закончил. Пойди, да, что ли? Кушайте рыбу, чинитесь, кому надо, там жив стоит. Марго, я оттуда покурю. Крус, пожалуйста, мы не садимся в рыбу. Выйди из нее. Так и я сижу в рыбу. Нет, никто не садится в рыбу. Мы едим издалека ее. Романчик, а можешь прямо парень дальше кидануть? Сургут, давайте, да, сейчас это самое, Рипер, вот, все. Надьте вам всем 5 минут. Видишь, чтоб ласка не тикала. Курите, идите. Ну, пусть меня туда было класс. Выйду из сети, чтоб ласка не тикала. Фу,
Треба набирати для курячих. Тяжко на этом, когда я хиджал идет. Красиво. Тут? Марго. Слушай, это мой косяк. Прими, пожалуйста, кукурузного в пати. Помоги.
У него просто мут в игре, и поэтому он не мог никак сигнализировать. Он, блин, мне давно писал, а у меня дис был заглушен. Марго, захвата не было, ЕП. Он с 9.30 ждет. Тёма? 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 Он что-то курит. А чё он окнутый? Маска же притикала. Женя, дай телек, пожалуйста. Вы такие ласковые, когда вам что-то надо. Женечка. Мы с ней договорились. А. Слушай. Агапа. Случайно рипера позову еще. Шаманчик, Агапа, сядь, пожалуйста, на маунта. Беги, поставь сюда тотемчики, чтобы они быстрее заагрились. Сама спрячься, танки поймают. А, ну вон, спасибо. Сколько шаманов классно. Готово. Ура! Слушайте, а вас кольцо огня достает на такой дистанции? То есть огненный тотем бахнется, да? Ну, на этой-то понятно. А на дальней? Вернись, ПТБ бьют. Да, шаманы, вернитесь, все сюда, уходите. Обратно, куда вы побежали? Шарпи. Ну ладно, Шарпи, сюда, ладно. Сюда, пожалуйста, темный лагерь. Агапа, обратно, Агапа, Агапа, обратно. Надо было побегать. Курить, сходить, выпить. Писнуть. Лам, говно. Ну ладно. Жизнь есть вообще у вас, у всех вот этих вот, у которых там 100% гильдии, 100% гор, я не знаю, а что ты скажешь за гильдию? Заберите больших, пожалуйста. Минус ДПС, минус диспел. Это вы про что? Про тебя. Ну чё, я тут. Ну ты в Танарисе. Да, вернись обратно. Мы все простим. Я захожу, я в Танарисе. Моргнул я в Танарисе, да? Не, я же сказал же, что я выйду с этого. С ПСШ с ласками тикал. Ну ладно. Артом, что за гранда? Чего? Там будет со мной надо. У нас сегодня как-то мало. Хантов, это кого?
Вообще хантов нету, да? Инферналов это будет ловить чи нет? А, да, точно. Сова. Лови китай. Все шаманы, пожалуйста, поставьте тотем очищения. Все. Будьте здесь, ребята, пожалуйста, когда здесь все сдохнут, мы выбегаем из трупов и не стоим в них, потому что некроманты резают все это говно, и мы потом просто сдохнем. Некромантов сразу убили, и все остальное потом. Беспорт. Пожалуйста. Бегите, глупцы. Сейчас будет взрыв. Первый пошел. Есть. Сейчас еще один взрыв. Дайте всем отрез потом. Просто добейте его, пожалуйста. Не бойтесь. Выйдите, но сдохните, как мужики. Блин. Один кто-то, пожалуйста, чтоб не всех резать. Так. Ну, все. А теперь я можете прятаться. Типа, теперь у нас рез. Сейчас я откинусь. Подсек еще. Дайте у нас рез, пожалуйста. Сразу приста обновите, пожалуйста. Краски приста, лапки. Все побежали за копыта. За печенье побежали. Будет бист. Сейчас дальше, надо сдать берсу. Дальше. Вышли из трупа все. Еще дальше сюда. Копытку подлечите. Да, она убежала, даже частицы не достает. Микроман. Бейл дали? Берсу. Бейл дали? Суки, блядь. Некроманта. Нет, сперва некроманта. Потом все, теперь диспел. А теперь диспел. Что, еще диспел? Нет, нет. Сейчас пробушу. Да, все. Да, ё-моё. Еще один взрыв сейчас будет. Никому. Никому. Да 500 тысяч так ковыряется, не? Марго, держись. А у нас все. Ой. Нет. Боже, ты одна живая. И одна. Ай-яй-яй, нет, ты не смотри. Да тикаешь, блядь. Сиена, резай всех. Сиена, быстрее нас рез. Трэш пошел. Сиена, давай. Ай, кошмар какой. Это просто какой-то сюр, это реально. Кошмар — это то, что, блин, на сейвы не могут дать на эту блядскую волну. Встали быстренько, прибежали. Отбегаем от них. Не то сказал, не прибежали нихера. Танков, держите танков. От них отходим. Танков. Боли просто убейте. Залейте петарду. Отправлю. Страшно, блядь. У вас моб бегает. Можете показать? БР у кого есть, можете, наверное, или нет. Так убьете. Жрить боли, пожалуйста, в приоритете тут. А, все, затыкните. Нам что-то жрить держать. Больше нет. Все, стражи просто опирать не добили. Сейчас... Инфернал идет. Горит, сейчас будете. Ух ты. Держите, аккуратненько, пожалуйста. И страж за ним идет. Равный не спасает. У нас бетрейд есть. Идите все к тралу, ребят. Тут уже убили все. Кроме инферналов, попадаете. Что бы вы делали, нубы? Я не знаю, блядь.
погибли, ты спасла. Ведь если бы Сиена из отпуска не вернулась, мы бы до сих пор так лежали. Вот тоже. Трава почти убили. 27%. Да не ко мне. Рипер с травой на четвертом. Добили? Нет, добиваем. Ну, в процессе. Можно сразу заходить. Так, я пойду усилки перебью и приду. Давайте, мы самоубьем. Да, Марго, кстати, есть идея насчет твоего танка. Мишки. Угу. У тебя там один пояс есть с бесполезным параметром скорости. Можно крафтовый взять. Он такой же, только вместо скорости будет меткость. Сказал слепила. Мне меткость тоже бесполезна. Там ее знаешь сколько? Овер. Много. Мы сейчас где будем бить? Как обычно будем бить. Давайте топайте сюда тогда. Маните по возможности, а так я бегу. Попи шкаф, пожалуйста. Марго, ты сейчас начнешь? О. Так, я начну, ты забираешь после первого, я после второго. Все как обычно. Как бы закончилось масло, ребята. Да? Так, это два маленьких. Самое главное, огонь разливайте за босса всегда. Убегайте подальше от босса, не лейте под босса, не бегайте фреймы босса. Ой, просто пошли со мной, где-то там. Огонь и за спину, вдаль по прямой бегите. Приставок, пожалуйста, вот, дайте. Решила бить Глефа. Бой начинаю вот там далеко. Твоя задача на весь бой, короче, находиться дальше всех от босса, чтобы именно в тебя летели глефы. Сперва бегаешь вот тут вот. Но когда я говорю, мы сбегаемся в тотем, ты тоже бежишь, потому что тебя тоже шокит. Первый тотем будет в квадрате, второй тотем будет в трусах. То есть ты бегаешь, мы начинаем прямо в воротах. То есть ты бегаешь вот тут вот, мы подходим к квадрату. Простите. Мы подходим к квадрату, я говорю, все в тотем. Ты тоже бежишь в тотем. Не, в форме мишки. Ты, ну, танки другие бегают на коне, но ты бесполезный на коне. Марго, можно на месте стоять, не бегать с огнем? Да, если ты умеешь, то стой. Все, потом мы рассосались, ты тоже выбегаешь и бежишь еще дальше. Куда-то вот сюда вот бежишь. Типа. Самое главное, во фрейм, в красный кружочек босса не заходите, не надо. Дальше. Стоишь вот тут. Босса поставят в череп перед вторым тотемом. То есть ты будешь стоять где-то еще дальше. Второй тотем, говорю, сбегаешь, ты опять бежишь в трусах. Трейда. Поставили там вторую одежку, словили, разбегаемся, все. Ты выбегаешь, тусуешься где-то, ну, вот тут вот. Допустим. Периодически подходи к РДДшникам, чтобы тебя хилы подхилили. То есть не ближе крайнего РДДшника, но так. Все, ты просто стоишь тут и ловишь клев. На всех фазах. Пожалуйста, тихо. Трикси. Сучка, иди отсюда нахрен. Агрессивная скотина. Ты самая гадкая из всех, котиков. Марго, ты решил надо зашептать насмерть, да? Это какой-то ASMR рейд? Может, это
Пойдем. Азулис в себе. Нет, Азулис в Хила идет. Зачем? Азулис, иди к дереву. Да что, не потянем, что ли? Окей, не иди к дереву, Расим потянет. Хорошо. Понятно, из двух троих. Значит так, сейчас ловим босса, вы все всегда стоите за боссом. И выносите огонь за боссы. Перпендикулярно. Развернулись и побежали. Немножко пробежали назад, вернулись к боссу. Разнесли огонь. Ни в коем случае под морду огонь не несем. Туда, куда мы бежим, не несем. Мы сейчас идем к квадрату, потом босс становится в череп. Вот туда огонь мы не выносим. Когда я говорю, побежали в тотем, абсолютно все бегут в тотем. Даже если за вами идет огонь, вы бежите в тотем. Настой обновите. У нас нету замены после 10 часов. Якуб, ты готов? Инты нет. Дайте инту маги, пожалуйста. Сайгири. Рипер далеко. Сайгири, дай ты. Все, все готовы. Давай, Рипер, поехали. Держать на полный капот. Ни шагу назад. Победа или смерть. ССБ на Войден. Потому что в форме он может не успеть. У нас много СС. Киньте на хилов СС. На петарду. На оставьте один СС. Один оставьте на всякий случай, если вдруг нет кто-нибудь. Ну, петарде бы и Войду, да, хватит. Готовимся бежать. 5, 4, 3. Пошли все потрем. И беги. Все в квадратик. Стали стоим. А, ну и все. Больше что мы сказали. Мы как-то сосались. Ой-ой-ой. Да не бей, Марго, не бей. Марго, не бей. Куда? На мне огонь, и на мне стаки, и на мне, простите, пожалуйста. Готовимся. Пошли все в тотем. Да не бегайте вы по боссу, блядь. Боевой хомяк по Азулису, БР, электробус, по Сайгири, дай пока... Таун, 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 таун. Стали вокруг босса. Сайгири, под мордой не стоим. Кто был мой сразу? Был, дали? Да, конечно. Был, дали? Ну, блять, под хвостом, выйди нахрен из-под лапы. Ребята, по времени кто не стоит? Хомяк упал. Меня сложило через этот хрень. Залейте манину, пожалуйста. Да. Дайте по петарде имру все. Сейчас первая метка пойдет. Тебя ничто не спасет. Минус сирена. Метка на... Зашибись, блин. Ой, по команде... Видишь, Гетрал стоит. Понятно, тяните его. Печень Гетрал стоит. Он подойти должен был, я ж не могу одновременно двух частиц по держать. По команде побежишь вправо. Сколько на тебе? Он сейчас появился. 10. Ой, беги в трава. А вместо него далеко ставить должен. Ставить него, он должен тебя заселить. 5 секунд. Все, блин, нихера. Трал был закрыт. У нас два новеньких упало сразу. Да, я вижу. У нас кто Глефа ловит? Войд. Меня от Глефа сложило это раз. Во-вторых... Когда мало хп, лучше пускай он подбегает. Потому что частица на тебе должна быть. Я бы сказала подбегать. Минус ты как бы не на максимальный там рейндж стоишь, а просто дальше всех. Выбрал самого дальнего рейндж. И, ребят, ну, пожалуйста, по красному кружочку не бегайте. И не стойте в нем ни в коем случае. Потому что босс свой фрейм воспринимает как РДД-зону и под себя может Глеф укинуть. Это хана всем великам. И хилан.
туда уже прибежали. А Сурис ленила, это жопа. Плюн запомнил. Китайский у тебя ножичек. Дай я тебе другой дом. Рыба стоит. У меня нормальный ножичек. Он меня не поднял. Он воткнул в тебя его. Добил. 100%. Хруст и Агапа, пожалуйста, не упадите на первой фазе. Вам бы хотя бы раз засейвиться. Тотем. Когда я говорю, вы все бежите в тотем. Без докастов. Марго, лучше так объясняю. Бежите в квадрат, а потом, когда скажут, бежите в трусы. Когда говорят, бегите в тотем. Все. Без актива. Папа. Вон, что за грабли, вообще портал не поставил. Так, сейчас он туда был, подожди. Я вам подумал, он приходит. Мы что, готовы? Сейчас вспышку нас так. Ладно, лучше, пожалуйста. Юля. Юля. Сиена, хватит спать. Поднимайся. Был карать, обнови что-нибудь. Юля! Белка! Тут орешки. Войт, не стой в рыбе. Вылетел. Нельзя на РТ ходить неподготовленно. Вы должны иметь фласки. Рыбу ставят. Какие интернет? Юля писала что-нибудь? Пока нет. Ну, можно обновиться. Один сопротик. Вроде бы до конца. Я ж тебе давал сопроты, куда ты их дел? Не кончился уже. Нет. Все. Тебе дали? Нет. 9 человек, пит трипот. Спасибо. Я ее даже в DC, по-моему, не вижу. Узная Сатурон тут. Так Азули со спектром. Сатурон, пойди, пошли с нами. Суманите Сатурона, пожалуйста. Азулис, давай все-таки в дерево. Пожалуйста, заткнитесь все. Вы задолбались его выключать. Трое. Да, это шкаф. Ноги поворот. Пинеры по Азулису. Да, я сейчас рвал на что. Ну, без постука еще тут больше. Рибов надо. А, летелица, короче, прости. Да вы что, ошибается. Сатурон, Дашим Казагири. Ой, пришел МК, счастье, 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 да какое, ёпси. А у нас и был МК. Вот сейчас нам троих путем. Блин, прям по минутам спадает, да? Азулис. Тут, сейчас перезахожу.
дома выпить. Да нечего, выпить закончилось. Давай саппорт, да. Ридер пошел. Пошли. Чекайте меня, у меня светло. Выпьешь, дай мне. Мы тебя уже заменили, Ют. Заходи, потом зайдешь. Уже заменили. Ты незаменимая, Юля. Да не, пожалуйста. У меня нет ничего. Мы всей душой сделаем. Трейд кидаем. Трейд кидаем. Мы сейчас вайпнемся ради тебя. Ты что, его изрыгнул, что ли? Нет, оказывается, был. Тихо. А что за головокружение сраное? Что за... Нету хантов. Это странно. Денис, близко стоит, прям под жопой. Не стойте, во фрейме. О, садите, пришел. Побежали все в тандем. Встали в квадрат все, бегом. Да, убивай быстрее, сука. Дайте ему капуку. А сдохни, сдохни. Не выбегайте. Нет, все он нормально поставил, например. Просто люди не выбежали. Я прям тотеми сдох. Почему ты этого не дохнет, если... Там огня куча было. Поздно начали бежать просто. Первый тик ливня пол рейда сложил. Стали прибежали. Заранее бегите. Да, именно так. Именно так. Без тебя никак. Целый месяц без тебя выключились. Вы же видите таймер каста этого дождя у босса. Вы можете забежать с огнем на последней секунде. В чем проблема в толпу? Нежелательно, а именно так. Если я наберем обратно. Нет, с огнем, да нет, блин, с огнем можно забежать в тотем, когда есть уже купол. Ой, Сиена, тут же срача столько было, а это и просочлись. Зато теперь тихо, спокойно все. Слушайте. Да, Юля, кушайте. Нет, Сутурон, куда ты пошел? Сиди давай. Спешно. Все, что там у нас не хватает? Все хватает. Все бабы есть. Да, Юля, без проблем. Иди. Это я помазался. Все, Рибер, поехали. Кто там рычит? Почему Беляшну там рычит? Кто там? Все, я на бафу лажмана закончу. Чтобы завершить то, что было начато много лет назад. На этот раз... Идите рогу. Карта отойдет от меня. Готовьтесь. 5, 4. Пошли все в тотем. Видите, как все просто. Сосались. Могу встать, поднимите.
Забери. Вторая фаза. Давайте, Бэл. Маны, дайте Бэл. Только жного. А не надо никого, мы сейчас стопнемся. Умрите, у нас Калвейда лежит. Нету ни делов, ни делов. Никого. Себя ничто не спасет. Господи. Кто там остался? Все, зашли. Направо. Эта песня хороша, начиная сначала. Людям умирать в пламени. Ну, Глеб, он говорит, фотки сейчас. Сложили. Меня Глеб сложил. Мне пока... Да. Ну, вот мне не там было. Там ваншот. Да, Суми, это называется в четверг, не было, все расслабились, теперь херню стреляют. Отсутствие одного РП и все, все такие сразу. Ну вы дурачки? Все. Не, не вы, ребята, вообще, молодцы. Кушайте. Надо больше людей. Если к нам реально придут люди, то будет больше замены. Никто, кто устал, идет на замену. Сейчас у нас просто нету вариантов, у нас нету топовой замены. И у нас есть кто позвать. Мне тебя на дороге поешьте, пожалуйста. Жень. Уся. Женя. Бля. Теперь поехали. Петра, Леру. Кого ждем? Даже беги не через босса, а как бы от босса. В другую сторону купола. Дальше, друг, ты быстрее. Да, господи, ребята, в чем это пост проблема, вы мне скажите, ну. Беги, малышка, беги! Вообще, это так.
Робус, дай по петарде. Мы чего сейчас перевели без второго ливня? А я не успела призагрить. Ладно, хер с ним. Можешь меня сам выбрать. А провести мне все равно. Так, может, попробуем перевести без второго ливня? Можно сейф отдать, на вы, когда выбегаемся, нет? Селси всегда сдает мастера от ногой, когда мы убегаем с собой. Нет, прям такой сакра. Байкарач, а куда ты убежал? А где медкоробка? Сейчас посмотрим. Медка. Якуб, сними ангела. У нас получается ДПС. Да, я вижу. Сегодня до хера ДПС, но в организм его больше. Вот, давай стола дадим Белл. Переживем один ливень. Спокойно набьем тромбоз. Фишка в том, что мы и без Белла с трупами только что перевели без второго. Нет, Белл на вторую надо, а то садом тяжело будет. Да. Вообще даже, блин, перед последним тиком выбегает. Должен быть первый и дальше все. Там же тебе говорю. Потому что один тик ты переживешь, это 44 тысячи. А учитывая то, что ты не на маунте, тебе надо выбегать как можно быстрее. Все. Я верю, вон мамонт стоит. Якуб, стой на месте. Я могу тебе сказать, когда выбегать? Даже вот, блин, за полсантиметрика этого коста можно. Ты как танк, ты выживешь, но уже будешь ловить билет. Марго, давай так. Когда в тотем уходим во второй, ты сразу затаунчиваешь. Он все равно стоит костю. Я просто сейчас вообще... Мы сейчас перевели. Нет, прям... Он дотикал в тотемах. А, да, да, извините. Давай два, пофиг. Урон, охренеть, на самом деле, но... Ставлю. Тай. Кто рычаг? Кось. Ах, кось. Ну, ладно, ребята, успокойтесь. Марго. Может, сейф отдать один? Я сдам на первом выходе. Хорошо. Особенно дай на Азулиса, пожалуйста, если есть. Руся, Баттерфляй. Чё за грабли? У меня КД. Тёмный, дай у Баттерфляй. У всех КД. Короче, Расиму дайте и все. Сайгири и Соул Риппер. Стоит еда две. Логи, дайте, пожалуйста, огурцы. Игорь, поехали. Держать строй! И шагу назад! Победа или смерть! Максимальный ДПС надо перевести без... Чего? Без второго. Как сейчас был. А там, если что, ну, Кирилл, я просто там тебе как-то Побежали. Побежали.
Убегай. Малень, дай блин, посадки, по Сангири, по Эрку. Пора. Нормально, нормально. Просто на всякий случай в тотем. Кем тебя имя? Вторая фаза. Вторая фаза. Все, сосали свой кукус. Ну, че он только вернут сюда? Вот песчинки. Ну, где трав? Печеньки трав. Трав в трусах стоит. А с кем он там стоит? Он сам стоит. Он залагал. Вроде. В смысле залагал? Вот гал. Ну все равно, если что, подбегайте к нему. Пить Агапу. Агапа, стой. Агапа, стой, не убегай. Фреймов все вышло во фрейме, никто не стоит. Агапа, скажите ей, куда бежать. Трусы. Видишь? Я вообще траву не вижу. Агапа, в трусы, к тралу пошла. Не, вижу. К тралу, и, хорошо. Трал в трусах. К тралу больше не подходит. Не спасет, походу. Нифига. Нет. Бел. Бел, дайте все в ада. Ада точечно, залили быстро все. Марго, 70 так, сбрось. Сейчас. 8. Я забыла, подожди, подставись. Давай. Не спал на ком. Он на тебе висит. Марго, иди на жопу. Карту поднимай. И давайте босса. А, тут так мне круто. Марго, у меня тоже есть БР. Могу кого-то поднять? Нет, уже пофиг. Уже без оружия поднимай. А что с травом случилось? Он типа вообще сломался? Он за рипером решил не идти и стоит тупо на месте. И не спасает никого. Может быть, потому что он реально, ну, перевод только что был, знаешь, вот прямо вот, вроде как и тотем, а вроде как сейчас ебадам. Пошли, не нужно спасти. А, сейчас ебадам, подождите. Мне кажется, он забагался сугубо из-за того, что он тютелька в тютельку прямо. Темпота. И фаза, и не фаза. Всем спокойной ночи. Пока. Рипер дает портал, стоит просто. Ребята. Рипер. Да, и... Всем завтра легкого понедельника. Да, надеюсь, завтра будет не хиджал, а чиха какой-нибудь, да? А чего может хиджал? Получается, бутыль на этой неделе не будет? Я же говорю, надеюсь, завтра чиха, блин. Ты говоришь, ни ПТ не будет, я говорю, блин, если будет сетап, Марго, завтра... Марго, хочу... вопрос, у нас уже сентябрь, уже 8. Не знаю, чем ближе время к 12, тем сильнее ты шепчешь. А, может, я уже задумывалась. Нормально все. Смотри, сказала. Еще в субботу... Ты хер пойми, будут люди, не будут, я могу поставить на субботу? Ну так поставь, Ганин, кто подпишется. Ну окей, поставила. На эту субботу, ну не на эту, ну на следующую субботу, короче, уже поставила. Я уже все переехала, я здесь, поэтому готова рейдить. Шутки закончились. Завтра при хорошем сетапе мы не добиваем хиджал, мы сразу идем в чиха. Три босса и зорд, как в прошлый раз, это будет в идеале. И во вторник у нас будет четвертый босс на... А, ну либо хиджал добить. Не добить двух последних в хиджале, это прикол. Это... Его можно даже тогда не начинать.